Данный робот предназначен для того, чтобы сканировать QR-код, после чего он открывает страничку продукта. How much does it cost? The official AirPods price is $159. Таким образом, робот понимает контекст, что я спрашиваю именно про Apple AirPods, а не про что-то другое. Вот, подключая дополнительную лингвобазу, в которой содержатся ответы на вопросы. В случае, если я возьму и просканирую другой товар, на вопрос, сколько это стоит, он будет отвечать, соответственно, про другой товар уже. Это в магазинах стоит, да. И для удобства консультантов. Вместо компьютера, чтобы там мышкой вот это вот искать. Да, конечно. Вот этот робот считает. А что-нибудь еще он умеет или он только на QR-коды рассчитан? Данный робот, можно с ним просто пообщаться. Так. How do you do? Just like every robot, with a smile and desire to help. Frank, little doctor. Where are you from? Honest and direct manner. Dude, I came from Earth. What a beautiful planet we have. Вот, то есть, в принципе, с ним можно и просто пообщаться, поддерживать беседу, конечно же. Вот, у нас здесь таких роботов 4 штуки. Этот отвечает за... Это у нас консультант, который может поведать по поводу разных товаров. Там у нас установлен робот, который, при помощи которого можно произвести оплату различных услуг. Вот. Робот-консьерж. Там у нас робот, который замеряет уровень удовлетворенности клиента, уровень счастья клиента. Вот. В дальнейшем это позволяет улучшать бизнес-показатели магазинов, торговых центров вот, и других каких-то. То есть клиент может улыбаться, а робот поймет, что он искренне недоволен. Ну, смотрите, сейчас, разумеется, обмануть робота можно. В том числе можно обмануть человека, есть вообще такой термин, покерфейс. Вот. Но первый шаг, серьезный достаточно, он к этому сделан. В дальнейшем мы сможем менять стратегию общения робота в зависимости от того, как себя, что на лице у посетителя. Например, если он злой, то робот может начинать говорить какие-то шуточки, пытаться как-то вывести его на какие-то другие разговоры. Например, вот. А он почему-то не ответил на вопрос, как у него дела. Он сказал... Я не расслышал. Нет, он сказал что-то вроде, типа, как и у других роботов, что там про микросхемы, я сейчас уже не помню. А разные ответы бывают, или он примерно одно и то же все время отвечает? Ответы разные. От чего зависят? У него есть... У него достаточно большая лингвистическая база, и может быть ответ менее специфичный, например, если ему сказать, как ты думаешь, он скажет, ну, я думаю, что все хорошо, что-нибудь вот такое. Uh-huh. То есть он абстрактно ответит. В случае, если его, например, спросить, добавить в него ответ, что ты думаешь про, не знаю, про шариковые ручки, uh-huh. Вот, он, соответственно, ответит вот этому вот. То есть шариковые ручки мне очень нравятся, или наоборот, мне не нравятся. Вот. Кроме того, на такие ответы вроде как дела, у него есть достаточно много ответов в лингвобазе. А создан он русскими людьми или не только русскими людьми? Он создан целиком и полностью русскими людьми. А у вас написано «Филадельфия». Смотрите, у нас представительство в Филадельфии, uh-huh. Вот, но создан робот полностью в России. Вот, однако, то есть с 2014 года компания работает, однако с течением времени у нас стали появляться представительства в других странах, в том числе, например, у нас идет разработка некоторых программ в Дубае, то есть сторонними разработчиками. Вот, ну, там они для своих целей это используют. Вот, самая большая разработка, конечно, у нас идет именно в России. У нас офис в городе Пермь. Угу. Вот. Самый умный робот, он у вас что делает? Или такого нет у вас понятия? Сложно сказать вам. У нас каждый робот по-своему самый умный. Кто умнее, шахматист, например, или химик? Сложный вопрос. Вот и с роботами та же самая история. То есть у нас, допустим, один из очень умных роботов работает в Музее современной истории России в Москве.
него очень обширная лингвистическая база, он проводит экскурсии постоянно, и он знает все про все экспонаты, по которым, собственно, он проводит эти экскурсии. Вот, то есть посетители его постоянно спрашивают, мы постоянно смотрим, про что его спрашивают, постоянно улучшаем эту лингвистическую базу. Вот. А знаменитый экспонат, он сейчас где? Знаменитый, вот сейчас можно спросить у Олега об этом. Он, собственно, вам сможет больше поведать по поводу этой истории.